И всем привет, дорогие друзья, с вами Дима из Дима Покемон, как всегда, отличное настроение. Сегодня мы играем в классную игрушку, называется Кровавая Пати. Димончик, поздравайся. Всем привет. Ну что, Димон, ты готов проигрывать? Дима, смотри, как я языком смешно шевелю. Да, кстати, физика языка есть. Не могу от первого лица сделать, но все равно прикольно. А ну встань, не шевелись. Я так подойду спину, что прям... Прикольно у тебя челик. Ну что, на счет три? Да, на счет три, давай. На раз, два, три, погнали. Ребята, если вы кушаете и пьете, приятного аппетита. Ой-ой-ой. Блин. О, я знаю, как тут можно, Димон, пройти. Я придумал. Блин, меня расплющило. Жесть. Подожди, подожди. Не привык еще. Не привык, не привык. Ой, блин, не то нажал. Пишу в чате какие-то маты. ВВСС. Ой. Тихо, так, тихо, давай, тихо. Димка, давай, 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 давай. Оп. Ползем, ползем, ползем. А, да что ж такое? Меня плющит. Ата! Чекпоинт мой, давай, давай. Ха-ха, Диванчик, я прошел. А ты первый чекпоинт прошел? Да, вот только что. А ты, блин. А ты что думал? Ух ты! А, там надо на дурака просто прыгнуть по шурику и все. Сейчас я покажу, да, как надо. Да, просто прыгать надо. Я псих. Так, отлично. Оп. Иду дальше. Блин, Димон, с лазерами прикольно, да? Миссия? Да, во-во-во, так, так, я так, уже на спеши, втором чекпоинте, спеши, Димас. Второй чекпоинт мой. Ха, нет, блин. Здесь, кстати, сложно. А, как ты прошел? Блин, а чё так сложно? А как мы пройдем? А я пройду сейчас, смотри. Это реально... О, я понял, как там надо. Знаешь, как Дима надо? Блин, да что я переживаю сильно. Можно вот так сразу прыгнуть. А не, ноги отстают от тела. Блин, вот это сложный, конечно, уровень. Тихо, тихо, тихо. У меня половинка моя. А, голова, блин, я мог бы прыгнуть, я мог бы. Ой, если я голову свою так над фонаря кину, на дурачка. Эх, блин, это так сложно. А там внизу нельзя пройти никак? Димас, я дальше по тебя прошел, смотри. Блин, а ты чекпоинта прошел, не? Походу, да. А, за что так сильно? Тихо. Блин! Димон, я чувствую, не пройду я здесь. А может, и пройду. Тут очень потненький такой этот... А, блин, опять. Да что ж такое, не получается у меня никак. Давай, созарядимся. Пройду. То я начинаю просто переживать сильно. А если не переживать, блин, то пройдешь. Чуть-чуть не хватило. Во, вы видели, как я прошел? Вообще, считай, с первого раза, Димончик. А, нет, новая голова. Ай-яй-яй. Тихо, тихо. Чекпоинт. Ты прошел? Да. Прошел. Ай-яй-яй. Блин, Димон, так нечестно, ты читерил. Это пушка, тут можно с нее стрелять, походу. Ах, на три запчасти сразу. Так, что тут за пушки, конечно? Я вообще пройду эту карту или нет? Так, тут какой-то паркур. Что за пар... А, паркур! Сложно. Тихо, я живой, я живой. Там, Димас, вообще непонятно, что делать надо. А я не могу ползать, что ли? Я только могу прыгать. О, а я вообще не могу ползать. О, Димас, ты со мной. А как так-то? А, не знаю. Спасибо, Димас, что прошел. Да, пожалуйста. Первое место! Эх, Димон, я туплю здесь немножко. Но это нормально для меня. За тобой наблюдать буду. Я специально, я специально. О, так смотри, вот Димон, вообще ни одной царапины. Да вот, блин. А ты хочешь быстрее, да? Не спеши, лучше, а то упадешь. Нет, Димон, не упаду. Блин, ты... Нет, Димон, упаду. Эх, ну зачем ты сглазил? Так ты сам туда свалился, зачем? Я ж просто не такой паркурист, как ты, от бога. Ну я правильно иду, да, вообще? Да, правильно. Давай. Так.
Направо надо идти. Вот, да, да, сюда. Давай. Давай прыгать. Оп. На платформы. Так. Так, давай дальше. Тихо, тихо, давай, тихо. Давай, давай. Оп. 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 Молодец, Димас! Ребята, я не половину новища. Ну, не наполовину. Или наполовину. Нет, понял, понял. Короче, прошел. Офигеть, ты это видишь? Да. Ну как я так не допрыгнул-то на соплях? Воу, за колючку. Дима, на них можно перепрыгнуть? Дайте шары. Надо вот эти батуты брать в самом начале, которые даются. А-а-а. Все, понял. Понял, понял. С помощью них надо прыгать, короче. С помощью батутов. Да за что? Вот, второй чекпоинт. Ура! Второй. Так, надо восстановиться. Отрегениться, так сказать. Давай, Димасик. Догоняй. О, вот тут, блин, конечно. Дает. Оу, чекпоинт поймал. А как эту кабаку сбросить? Оу. Может, надо что-то брать? Я что-то не беру. Я с помощью этой что. А, тут наша ряба. Вот я спешу постоянно, из-за этого я вот проигрываю то, что спешу. Так, давай, Димас, я тебя жду. Будет сейчас у нас в конце битва. О, надо, наконец-то короче, я тебя накажу. Надо тебя тут три раза отфигачить палкой. Ладно, не палкой. У меня есть пушка, Димас, кстати, реально. Как тебе моя пушка? О, бу! Как тебе пушка, Димас? А как так нечестно? Давай, подошел ко мне, сейчас тебе так пушка огрею. Да ну так-то! А чего мы так не играли? Видишь, на самой середине тут на красной штучке есть пушка такая, возьми ее. Возьми пушку на самой середине. Ай, говна поешь. Понял, тут, короче, есть еще это. Вот, возьми пушку. Давай на ложках, чисто на ложках. Подожди, да, я возьму тогда ее. Может, на шприцах попробуем еще? Так, ложка. Давай, давай ну на чё, ложка. Иди давай. Сюда. А я ж... А чё моя ложка сквозь тебя прошла, сквозь текстуру? Это вообще нечестно. Так, может, ты промахнулся из-за того, что поэтому да? И прошла. Так, давай, давай еще. Это был посрач. Смотри, карлик какой. Как-то проиграть вообще. Тут просто тебя вышибает и все. Ты как бы даже не проиграешь тут у нас. Так, надо погнал, надо быстрее, да. Надо выиграть тебя. Так, пружинки. А классная штука, сделанная ускорение, да? Да-да-да, тут, кстати, еще... Что? Почему я умер? Вообще странно, ладно. Это было прикольно. Так, я сейчас тебя догоню. Ага. О. Да почему? Димас, я там до чекпоинта чуть-чуть не хватало. Как так-то? Как ты прошел там? Ах, сглазил. О, я живой. А чё за баг? Эх, блин, так хорошо проходил. О, чекпоинт, отлично. Я допрыгнул просто до чекпоинта. А, я не могу долететь дальше, Димас. Как ты долетел дальше? А я сам не знаю, на дурака прыгнул. Прям под кувалду, прикольно получилось. А, не получилось. Непонятно, непонятно, что-то тут, Димас, как тут... О, допрыгнуть можно. Теперь я не допрыгиваю. Много раз допрыгивал, а сейчас не смогу, да? Тут, кстати, сложно. Надо разбег большой брать и на shift нажимать. Угу, сейчас мы все сделаем. Блин, не получилось. Так, ну честно, ты что такой быстрый? Так, я тебя догоню. Ты, блин, все ускорение забрал. Ух, Димон, ну почему? Ты когда начинаешь меня хвалить, я сразу проигрываю. Так нечестно. Я не хвалю, ты мне все ускорение забрал. Не хвали меня.
Вот это меня шарануло. Опять. Да что ж такое? Блин, сложная карта, ребята, я вам сразу говорю. И вот это напряженно играет так, потому что реально сложно. Каждое движение надо очень идеально отлаживать. Есть! Есть, есть, есть. Надо первым пройти, а потом троллить тебя. Я сейчас тебя затроллю, понял? Диман, дальше офигенно будет. Ла-л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 а. Чё-то я... Блин, надо чисто по центру попадать, что ли? Да, надо чисто по кнопке. Офигенно, Диман, мне нравится. Сейчас посмотрю, как ты там проиграешь, как я. Я вижу твое тут повидло. Блин, на твое повидло упал. А мне нравится, что ты, как и я, проигрываешь. Ай-яй-яй. Да что. Все, надо ритм ловить, Диман, надо просто ловить ритм. Лови ритм. Блин, а это сложно. Да блин, ну рядом же, ну сопли уже засчитали, что ли. Все, вот теперь четко, смотрите, ребята. Профи играет. Во-во-во-во-во-во-во. Блин. От зараза. Ура! Прошел, да? Да, прошел. Понял, задрот. Чуть ли не задерживал дыхание, чтоб пройти. То что за дела такие? Рядом же приземляюсь, вроде как бы... Ну, четко по центру, они не засчитывают меня. Так. Вся давай, в крови давай, уже, чувак, эта кабанка. Мы справимся с тобой. Задрали, хорош. Ай, блин. А, чуть... О, слава богу, не упал. Так. И... Чекпоинт еще один. Фу. Блин, ты меня догоняешь. Это реально было напряженно, пацанчики. О, я попрыгулку взял. Попрыгунчик я взял, Димас. О, я понял, зачем тут попрыгунчик нужен. Тут вообще жопа, конечно. Такие кувалды летают здоровенные. О, Димас, все, победа! Yeah! Победа! Ах ты кусок говна вонючего. Эх, все, начинай нервничать, потому что ты уже прошел. Возьми прогулку, с ней очень легко, кстати. Да ладно, попробую так. Покажу скилл, Димон, свой, как надо. Все, Димон, смотри, теперь с большими прыжками, как проходится это все дело вообще. Ну-ну-ну-ну-ну. А чё не прыгает кабака это больше? Ну давай, еще смотри, не попади, сейчас я бы вообще был. И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Димон Покемон, как всегда, отличное настроение. Сегодня мы играем игрушку, называется Кровавая Пати. Димончик, поздравайся. Всем привет. Короче, Димон нашел здесь классную кнопку танцевать. И мы будем сегодня танцевать, особенно вот этот танец, ребята, если вам нравится, ставьте лайк. А вот это нравится, ребята, вам танец, смотрите. Во. Ля-ля-ля-ля-ля. Это, короче, говорит, как ты относишься к хейтерам? Вот им танец я станцую. Ля-ля-ля. Ребята, если вы кушаете и пьете, приятного аппетита, а мы с Диманчиком будем начинать выживать. Короче. Блин, это весело. Не, Димас, подожди, смотри, что я могу делать с тобой. Давай. Ой, что-то... Не, не то. Что-то не то. Стой, я не могу почему-то не нажимать кнопки. Ладно, давай будем начинать. Я прохожу, Димончик. Ой. Воу, воу. Че, я теперь как вот, паук? Смотри. А как ой. Пройти здесь, Димон? А здесь надо просто на дурака, смотри. На дурацкого дурака, смотри. Воу. Надо голову кинуть, скорее всего. Ты думаешь? О, да. Кидай голову, Димас. Сейчас кину. А, провалился. Блин, кинул голову и взорвался.
Давай, я подожду, давай вместе. Бегу, бегу, бегу со всей силы. Я сейчас тут перепрыгну, Дима, смотри, как я сейчас делаю, смотри. Давай. Сейчас, 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 сейчас. Ты голову. Сейчас пополнится. Давай, давай, голову. Ого. Красава, блин, Ксюшка бегает здесь, все бегают. Как тебе, Дима, ловушка? Оп. Классная. Погнали, погнали, Димончик. Смотри. Инч. Я тебя сейчас бить буду. Вот тебе. Танцуем сегодня. Похлопаем. Оп. Ладно, я пошел. Давай. Ай, дед. Иди сюда. Ах ты вот так, да? На. Нет. Ты живой, ладно, не буду тебя дальше пилить. Пошли, тут чекпоинт. Колбаса ползет. Ну смотри, как я сейчас тут пройду. А! У-у-у! Тихо, ползи, ползи, ползи. Ползи. Эть. А, голова, голова, голова. Голова, ах, пила. Димончик, там сложно. Я в курсе. А, рядом, рядом, рядом. Блин, на последнем испытании проиграл, так нечестно. Ай-яй, ай-яй. Мой чекпо... Блин, Димон, я понял, где ты проиграл. Там низко, короче, это кабака. А, блин, что так сложно? Да ничего не сложно. Сложно. Не сложно. Блин, сложно, Димон, сложно. Сейчас попробую, ребята, на дурачка пройти, смотрите. Скилл дурачка работает всегда. Это не считается. На первой же ловушке меня отфигачили. Блин. Ты уже дошел до чекпоинта, Димончик? Нет, я за тебя. Какой дошел? Ага. А! Давай я возражусь, подожду тебя здесь. А я знаю, что буду... Блин, не знаю. Мне так нравится этот танец. У нас сегодня аэробика под музыку. Куда идешь ты, Димас? Ты не туда шел. Не в ту сторону. Понял. А куда надо? Надо туда, куда я иду. Ай, блин. Бедная моя голова. О, чекпоинт. Давай я тебя подожду. Сейчас, 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 сейчас. Ай, кувалда, не бей меня. Вставай. Побежали. Давай, давай, давай. Эх. Ты чё за карлик такой? А чё ты такой маленький? Да вот такой вот какой-то. Ай, блин. Ложка еще по башке мне моей. Половенько. Есть, Димончик! На! Кстати, Димон, не так уж и легко, я на дурачка прошел. Да я так и понял. Вот тут сейчас, мне кажется, тебя молоток выбьет. Смотри, а. Красиво ты в воздухе. Красиво я в воздухе. Вот дерьма. Вот тут, да, вот тут, да не, успеешь. Yeah. Вот, видишь? Молодчик. Давай, давай, Дима, стопай. Иду, иду, иду. Фух. Блин, ребята, классная карта. Отвали от меня. С одного раза убил меня, что ли? А я еще живой. Только не могу двигаться. Так. А, может, надо распилить, чтобы лучше идти, не? Ну, ой, да. У меня в воздухе подпилило. Так. Чпоньк. Чпоньк. Только это там китайцы. Ого, здесь. Так. Димон, будет сложно. Ты готов? Не, я живой. А, кстати, хорошая идея, Димон. Я понял, как здесь можно пройти.
Нет, нет, нет. Блин, на дурака попробую. До чекпоинта дошел. Я на дурака. Блин, да что такое, как заскриптовано, что ли? Одинаково все происходит. Сейчас, сейчас, сейчас. Давай. Если нет, тогда дойду. Придется. Так как игра от меня хочет. Блин, получилось. Получилось. Все, я понял. Тут можно спокойненько головой так пройти даже. О. Ой. Да, давай, давай, ко мне топай. Иду. Давай. Воу, прошел, ребята. Давай. Конечно, это было жестко, но прикольно. Так. Батут. Ой. Блин, прикольно. И. Батут. Блин, ты чё? Батут. Давай, чувак. Ай, мне кувал. Да. Это было не очень-то приятно. Во. Вот. О, есть. Здесь, Димас, очень сложно будет. Во. О, это, я даже тебя, Димас, подожду, потому что там будет дальше офигеть, как сложно. Блин, меня кишки откинуло. Я видел, классно. Это было как-то непривычно. О, а там, а я видел, 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 чекпоинт вроде был. Не хватило энергии у меня. Так. Не, сейчас я смогу, вот сейчас 100% смогу. Блин, вот это переигрывать, конечно, не прикольно. Ну, блин, я, в этом и есть смысл игры. Я с первого раза прохожу, Димас, спокойненько. Эти батуты самое легкое то, что я проходил. Так, вот с колючками это уже потруднее, согласен. Знаешь, что в колючках? Надо на каждый трамплин прыгать в самый уголок, понял? Сам, в самый-самый уголок прыгать надо. И тогда есть, сможешь... Димончик! Ты выиграл? Да, ты не прошел еще? Ты проиграешь, Ребята, буду веселиться. Давай, Димончик, проигрывай. Я вот так сам, а я, Димас, с этого батута сразу на тот прыгай. Ты понял? Я вот так сразу на этот батут прыгаю с того. Вот смотри, попробуй сейчас. У тебя получится. С этого? Давай, с этого и сразу на дальний замолот. Во-во-во-во-во. Вот так оно рассчитано. А нет, так не рассчитано. Блин, ребята, ставьте лайк, прикольно же. А Димон, это я тебе, видишь, какой лайфхак подсказываю, а так ты не знал. Лайфхак. Со своими лайфхайками. Лайками. Так. А как ты тут спустился в самый низ? Я просто упал сразу на этот, вот прям трупом упал на финиш и все, только это вариант. Да ты читмен. Не-не-не, хитмен. Хитмен, да. Ну-ну-ну-ну-ну. А, чувак, ты куда? Нет, ты, Димас, Ctrl зажми. Во. Так, 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 так. Время у тебя еще 34 минуты. О! Есть, Димон! Красавчик, прошел. Это типа башня какая-то. Типа здоровая, здоровенная башня. Здоровенная. Сейчас поднимемся на эту башенку. Так, ого, башня тут, офигеть. Как мы, Димас, на нее поднимемся, мне интересно. Вот так вот. Не, как быстро. А, не, не так. О, тут надо завороты делать, повороты. И... А, и... О, ух, отлично. Походу, она без чекпоинта даже. Блин, ну, что-то мне не сильно так... Это башня паркура. Башня паркура. Угу. А я вот вначале вроде проиграю, а потом еще и выиграю. Не, вот в этот раз точно я проиграю. Я злой сам на себя. Димас, а ты можешь по правую сторону идти? По правой стороне легче, чем... Нет, нифига. Забирай свои слова. Ты на зеленый кубик не допрыгнул, Димон? Я в самом начале даже не допрыгнул. Димас, так что это... Такого нуба... Встретишь. Надо еще. Давай, чтобы друг другу не мешать. Фух. Фу. Вот до этой штуки дошел, а я дальше не мог дойти. Тут ты, короче, не допрыгнул. Там, а где этот чекпоинт? А вот нету. Это что, со два раза надо типа пройти? Ну, походу. Димас, ты читер. Да чувак, какой вставай. Читер? Я сейчас тут тоже, Димон, сольюсь. Хватит дрыхнуть. Дрыхнет и дрыхнет уже, надоело. Вот эти кубики розовенькие меня напрягают.
Сейчас, короче, я тебя догоню, Димас. 100%. Да блин, я сейчас боюсь, что если упаду, я заново буду. Мне что-то карты, где надо вот так все заново делать, не сильно удобно. А ты, Димас, сосредоточься. Ага. Где чекпоинт? Разработчики. Вы издеваетесь, что ли? А вот тут чекпоинта нет. Ого, Димон, я его вижу очень далеко. Где? Показывай. А увидишь сейчас, когда поднимешься высоко. Блин. Жесть. Тут надо можно упасть. Надо смотреть под ноги. Я под ноги. Да, да. Тут, короче, эти кубики. И тут между кубиками дырки всякие. Да, да, да. Блин, ну тут куда? Ого, туда надо. Фу, ух. Если я упаду, я ее переигрывать не буду. Я говорю сразу, ребят. Я ее переигрывать не буду, эту карту. Я не сумасшедший. Вы что? А я сумасшедший. Не-не-не-не-не. О, нет! Там эти кабаки, Димон! Да ну нафиг! Мы так не разработчики! О, я голову отпилил и присоединился. Вот так дурачкам везет. Кстати, Димон, склеилась как новая. Фух. А, мне ботинок подрезало, смотри. Ботинка нету. Разработчики, где чекпоинт? Вы что? Это да? Только, Дима, давай без бензопил, потому что реально не хочется переигрывать. Вот, надо долететь до туда. Во, еще и долететь. Нет! Да. Да ну тебя, Димас, я не буду переигрывать. Ребята, я прошел! Я прошел! И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Димон Покемон, как всегда, отличное настроение, и сегодня мы играем кровавая пати, будем играть за зомбаков и стараться прожить. Димончик, поздравайся. Всем привет. Ну что, как ты думаешь, Димон, выиграешь ты или нет? Я думаю, я буду победить. Давай тогда отсюда на счет 3, как обычно, и погоним. Давай. О, давай вместе будем. Не-не-не, я хочу выиграть. Хорошо, давай. Раз, два, три. Три, я направо. Я налево. Так, у меня тут какая-то штука есть. Оп! Отвали! 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 Димон, так нечестно! Ты читер! Нечестно! Ай, блин! Я начинаю нервничать, потому что хочу выиграть. Но я выиграю тебя, Дима. А там даже непонятно дальше, что делать. Иди. О, все, давай, теперь я тебя ждать не буду, погнал. Догоняй, догоняй. Бегу, бегу, Димончик. Ой, чуть не упал. Это было больно. Надо было тут приседать, а я забыл, а я, блин. А я, блин. Неплохо, неплохо. А, чуть не порезало. Тащим, тащим, тащим. На кускок. Ложные вот карты? Это мола, Тора. Ой-ой-ой. Тут жопа, Димон. Я уже понял, я лечу. Так, куда надо вообще было идти мне? Вперед, чувак. Блин, вот это тебя ушатало. Так. А, прыгай, прыгай, ты умеешь. А есть на дурака как, а? Просто в жопа. Вот здесь жопа. Чё ж ты меня не предупредил, что молоток? Ебас. Это жесть. Ай! Да вставай ты! Ай, да что ж такое, а? А, да что. А, лучше подстрачник, да не такой-то сильный. А, там налегке можно пробежать на изи. Хи-хи, давай, Димка! Да что ж такая сложная карта-то? Нормально. Вперед! Я первый. Мой чекпоинт. Там. Ребята, это было сложно, но я Димку выиграл. Так, теперь будем троллить Димона. Так, голова упала. Ну, Димон, ну бывает, что ж теперь? Так, бежит, молотком по жопе, так, встает. А че ты плачешь, как ты мне говоришь? На! Вот где люблю троллить, Димон, наконец-то сбылась моя мечта потроллить.
Так, катится голова. Прыгает, прыгает. Проходит лезвие острое. Прыжок, лезвие, голова. Ну давай, давай, дальше. Бум, такой звук. Через правую сторону вроде лучше проходить. Ну тут на дурачка лучше пропрыгать. Их! Давай, 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 давай. И тут мимо. Вот, блин. Было бы прикольно, если бы мимо. Смотри, голову. А вначале вроде проигрывал. Но тут видишь, как повезет, не повезет. Ты готов проиграть? Прикольно, давай, давай, Димас. Это симулятор открывания дверей сейчас будет. А, да? Ты какая рожа нарисована и ржет. О, хотел сказать, там надо угадывать. Ха-ха, и упал, блин. Спасибо. Ой, это лайк. Блин, когда начинаю спешить, сливаюсь по красоте. Что? Да блин, а как ты прыгнул туда? Че я не допрыгиваю? Показать тебе? А, там бортик дальше есть. А, ладно, ты уже заметил, я погнал. Так. А я вначале вроде сливаюсь, а потом выиграю тебя. Здесь колючки. Ах, ногу обрезал, а не долетел. Тут колючки. Тут колючки. Ух, зацепил рукой. А я сейчас на дурака пройду, смотри. Это сложно, это сложно. Эх, а дядька, живой, живой мой! Блин, а как там пройти? Можно их перепрыгнуть надо, Димон? Да не, ее не перепрыгнешь. Не, смотри, тут дальше какая-то кнопка, может на нее нажать надо? И он тогда отклоняется в одну сторону. А ну, нажимай. О, нажал на кнопку. Спасибо, Димон. А что, тебе помог? Да. Вот ты какашка. Ай, Димон, я упал, поспешил. А, голова моя. Что такое? Я просто отфигачил лазером. А, такое я знаю. Ты готов умирать от моей бензопилы? Где ты бензопилу взял? Ты готов умирать от моей бензопилы и сам сдох я. Подожди, а что я кнопку нажал? Это кабака, что ли, убралась? Вот, блин, теперь паркурить надо? Вот облом. Эх. Блин, а сам себе западло сделал, Димон там. А что ты сделал? А я, короче, нажал такую штуку, теперь у меня вместо мостика кабака, который надо пройти, фиг знает как. А я тебя сыту дальше. О, я прошел. Пробую так пройти. Ой-ой-ой, больно, чувак. Что такое, Димон? Я тут умираю. Нет, голова куда улетела? Эх. Это смешно было. Блин, напряженный момент в этой игре бывают такие. Эх, да ну я нервничаю, так хочу обогнать тебя, не получается. Нельзя нервничать в этой игре. Как начинаешь нервничать, фигня получается, да, Димон? Конечно. Чего мои кишки неправильно летят постоянно после, как их разрезают? Эй, вы чё так жестко? Так. Ай, не смог долететь, реально, реально. Есть. Так. Есть. Оп, могу, умею. Справляюсь. Ну, представляешь, сейчас выиграю тебя. Нет, ты не сможешь. Блин. А почему? Потому что ты читер. Я вел чит, короче, на выигрыш. Я сейчас догоню тебя все равно. Не догонишь, не догонишь, там очень сложный момент, и ты их не сможешь пройти. Смогу. Нет. Ребята, я это сделал. А эта трасса мне очень понравилась. Она реально крутая. Смотри, сейчас, Димон, ты упадешь. Смотри. Упади. Упади. Упади здесь. Блин, ну ты прям какой-то классный челик. Я там слышу. Уже слышу шипение горелок. Да, сейчас вот у кого-то задница пригорит. Ух, жесть, Димон, какая карта насыщенная. Так, а я тоже горю. Но это мне не помешает пройти карту за 5 секунд. Димон, я вот чуть не успел до этого, как его? Ну ты понял. А, я сдох чуть-чуть. А, давай, чувак. Нет, я прошел! Я прошу!
О, я взлетел! Воу! Воу, круто! Ты видел, Димончик? А я горю почему-то. Ой, я успел до чекпоинта. Я горящий, и я успел до чекпоинта дойти. Я горю и иду до чекпоинта. Да. Ах, блин, а так классно бы мог пройти. Я самый сильный. Ты первый, да, Димон? Да. Так, мне надо курицу. Ох, из-за огня ничего не вижу. Зажжён. Курица, ты меня предала. Чекпоинт, чекпоинт. Есть. Нет, курица. Эх, сгораю. Что, Димончик, такое? Что там с твоей курицей? Она офигела. Что там, не летает? Плохо летает. Так, я иду к тебе, приближаюсь. Курица! А, ты нажал кнопку. Я тут все понажимал. Потом туда вниз идти. А, сюда. А, тут... Бифштекс какой-то получился. Курица. Ой, кувалда меня в голову врезалась. Ах, а ты меня не довезла какая-то. Ой, не увидел, не увидел. Очень яркие вывески. Да почему? Ой. Блин, или туловище сгорело, или разрезали. Почему, почему, почему нет? Димас, ты доходишь за меня? Дохожу, дохожу. Тут молотки просто очень мощные. Блин, ты сейчас ты гонишь. Есть. Честно. Эх, не догоню его. Тут лупит меня и лупит. Эх, да ну что, дурака не получается пройти. Надо тот тайминг удерживать. Все, давай, курица, вали отсюда. Есть. Подожди, а что тут делать? О, жесть. Блин, да что такое не получается? Ого. Ничего себе тут паркур, Димон. Надо с курицами. А, где с курицей? А я без курицы на дурака решил пройти. Эх, я не долетаю, я понял, что. Курица не дает до конца долететь. Ну да сюда зато. Победа! Ох ты, Димка! Димас, я за тобой буду наблюдать. А я быстро долечу. Смотри. Блин, ты. Я хотел поугарать на тобой. Нет, не получится, потому что я Бэтмен. Ой, лучший игрок в эту игру. И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Димон Покемон, как всегда, отличное настроение, и сегодня мы играем классную игрушку, называется Кровавая Пати. Димончик, поздравайся. Всем привет. В эту поиграли мы игру немножко, ну я немножко, Димон еще не играл. Сейчас будем вместе с вами ее изучать, проходить и угорать. Если вы пьете и кушаете, приятного аппетита. Ты, Димон, готов? Да, я готов. Ну что, насчет три, кто быстрей? Стой. Не-не-не. А, да? Давай, раз. Два, три. Три. Ха-ха, я первый. Так, ребята, тут на умение. Главное хорошо уметь паркурить. Так, 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 бежим, бежим, бежим. Класс, пробежали. Опа. Я тебя жду, Дима, чтобы было интереснее. Голова. А, ты головой, тю. Ах, ты голова, ты, я тоже хочу. Ух. Жесть. Блин, мне эта игра очень нравится, я люблю такие игрушки. Ух. Так. Блин, смотрел на эти топоры. Димон, 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 ты не должен пройти первый. О-о-о-о. Пройду, пройду первый. Блин! Эх, там был молот, я так хотел уклониться. И вот, блин, я ж только что... Я же просто много левелов прошел. Че я сливаюсь, я должен затащить. А, я умер. Есть, 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 я тащу. Да ты далеко. Вот, уже далеко. Салага. Салага? Димон играет первый раз, играет лучше меня, че за говно? Блин, сдох. Так, ладно. А, Димон, я понял, почему ты здесь проигрываешь. Ой, я прошел. Нет! Есть? Все, будем тут вместе с тобой бокопорить. Меня так прям поджопник прописало. Все, я победил! Нет, нет, нет! Димон, стой, я хочу тоже пройти. За молотами, когда они будут... Это же не просто это. Во! Пальцы, ребята, вверх, лайкосики ставим. Давай, я Димону специально поддавался.
Ну ты понял. О, конечно. Вот сейчас я буду стараться. Я уверен, что я выиграю. Проиграю. Выиграю. Точно? Да. Ну ладно, ладно, верю тебе. Смотри. О, давай, ты первый идешь, будешь разведку делать, так сказать. Хорошо, хорошо. Нет! Димка бежит. Я теперь карлик какой-то. Я тебя больше ждать не буду, я в тот раз тебя ждал. Не надо меня ждать. Я тут, блин, на руках иду. Блин, это круто. Ого. О! Чё так жестко? Меня отмудохали. Оп. Нет. Одна рука. Я на одной руке ползу. Я вообще здесь жесть как проживаю. Так на руках прикольно бежит. Я угораю с ним. Давай, Димас, я тебя догоняю. Давай, давай, чувак, ты сможешь. На одной руке. Нет, я бегу. Я на одной руке сейчас всю игру, надеюсь, пройду. Однорукий Джек убийца. Блин, меня уже тут поотрубывало все, что можно. Я на одной ноге, ой, на одной руке ползу, это жесть. А, только не молот. Только не молот. Оп. Оп. Ребята, блин, это был скилл. Вот так надо проходить. Я могу не смотреть, как за Димоном. Как за Димоном играет. Мне кажется, этот левел легче. Мне так кажется. Проиграешь? Да. Еще и кислота. Интер нажимай. Ты растворился. Дима, сколько тебе попыток надо, чтобы ты прошел здесь? А, еще одну и все. Окей, босс. Разрубит! Вот еще буду тебя подкалывать, я так люблю. Мне такие игры очень нравятся, класс. Тебе просто повезло, а мне теперь... Да, да, повезло, конечно. Ой, какашка. Ладно, ладно. Давай, давай, не ссы. Я пройду эту игру. Ты голову кинулся, давай. А чё, это изи проход игры. Смотри. Смотри. Вот здесь вот. Умри. Разрубай. Топор. И этот меч разрубит. Блин, пошёл. А мне нравится подкалывать. Так, ладно. Оу. 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 Подфартило, так подфартило. Ладно, карлик, давай, иди. Мой любимый карлик. А, давай, 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 давай. Сюда. И отлично. Ого. Ого. Ого-го, Димончик там, ты видел? А, да, меня тоже отфигачило. Ой, блин, на кусочки, на мягкие. Ой-ой-ой-ой, бьет, бьет. Давай, вставай, вставай. А, блин! А, блин! Зафигачило меня вообще дико. Ой-ой-ой! Посмеялся, посмеялся. Блин, чекпоинтов-то мало. Не, еще 13, нормально. Давай, блин, давай, опять давай, что ли чувак, эти кабаки? А что за штуки такие? Ой, я не знаю, Димончик. Ложки какие-то. А, это можно, короче, их брать, эти ложки, и драться ими. Ай, блин, как какашка умер. А, тихо, тихо, тихо. Давай, давай. Блин, у меня чекпоинтов мало, Димон. А я еще их трачу просто так. Ну давай, Вася. Опять я умер, да как? Чувак, давай. Чувак, ты можешь. Ой, ты как Вася какой-то. Ух. А, да что такое? Не получается. Ой, промахнулся. Блин, 8 чекпоинтов осталось, чё-то мало. Да я даже не задел сегодня. А, так... А. Давай, 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 ты сможешь.
Беги! Прыгай! Беги, беги, прыгай! О, что за черепушки такие? Ой, это мозги чьи-то. Я это сделал! Так, Димончик, наблюдаем за тобой, как ты сливаешься. Умри! Упади, разруби! Блин, буду подкалывать тебя. Блин, больше всего удовольствия, когда ты уже прошел и кто-то сливается. Смотришь, 7 минут, Димон. 4 минуты еще. Так, 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 так. Вот здесь сейчас тебя разрубит. Ах ты хитрый жопин. Ладно, ладно, прошел, я понял. Yes. Четко. Так, продолжаем дальше. Как не пройти? А я, Димон, рядышком уже. Тебе надо ждать, Димас. Давай, Димас. Я хлопаю в ладошки. Догнал, догнал, догнал. Отлично. Давай, надо туда встать. Давай, давай. Блин. А ты знаешь, что можно в воздухе ускорение нажимать, если не долетаешь? Давай, давай, Димас. О. Я сразу вперед бегу, чтобы выиграть тебя. Так ты не знаешь, что там будет, а я знаю. Блин, мне так нравится. А, давай, кислота. Димас, тебе надо ждать, иди сюда ко мне. А, растворяюсь в воздухе. Давай, иди сюда. Тебе надо ждать тут. Давай, становись сюда ко мне. Давай. А, поэтому оно и было типа в кооперативе, все, я понял. О, я дошел! И прошел? А, надо только с друзьями. Ес, мы вместе прошли! Ну что, Димон, ты готов проиграть? Ну что, ты готов, Димас, проиграть? Нет, я очень сильный игрок. Я сейчас выиграю, по-любому. Ого! Вот это молотов там. Это классно выглядит. Так, о. Ого! У меня так голову красиво. О, я могу к телу присоединиться. Смотри. А что, тебя там придавило чем-то? А, я наполовину, как червяк, смотри. А что с тобой не так-то? Отлично, чекпоинт. Ого. Ого, меня фигануло. Прикольно. А, это жестко тут, кстати. Тихо, тихо. Норм, живой остался. Вот это мне не особо так нормально. А я на дурака прошел в основном. Я о, голова, тебя. Голова, давай, иди. Я должен выиграть. Голова, голова, ты вперед, уходи. Ух. Неприятная ситуация, но мы затащим дальше. А, почему я так низко упал? Ух, еще раз половинила она в воздухе, вообще жесть. Я в космосе, Димас, я в космосе. Ребята, напишите в комментариях, как вам эта игрушка вообще? Потому что мы много думали, какую игру нам еще записывать. А, еще мы будем записывать Deep in Rock Galactic. Да, много у нас игр. Да блин, да как так пройти? Меня рубит и рубит какое-то говно. А я буду этим маленьким. Маленькой головой буду. А, как бухарик, а не голова. Ой, дошел до чекпоинта. Еее! Чекпоинт. Ух! Блин, я так радовался, что я первый, но нет. О, что это такое, блин? Ого, вы видели, как я там прошел? Это вообще на терминатора как-то. Так, давай, 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 чувак, расслабляйся. А тут что делать? Ого, мне тут какие-то мотни в голову ударили, сбоку торчали. Это боксерские груши. Что там тикает? Я уже думал, время кончается или что? Эй, Карли. О, Димас, я тут самый мощный. А, блин! Самый мощный, самый первый сдох на этой локации. Ай-яй-яй-яй-яй! Что не так? Ой-ой-ой, это была неприятная ситуация. Давай, давай. Ого. А, видели вот это миллиметражи? Это на километр. Как больно это было. Давай, вставай, челик. Ай, блин. Опять без ног. Опять без ног. Блин! Так затупить, жесть!
Не знаю, смогу я сейчас как тогда пройти здесь? Райс, постараюсь. На дурачка. Блин, ты выиграл! Победа, победа, победа. Дима, смотри, как я сейчас здесь пройду на дурака. Проиграешь, проиграешь сейчас. Вот здесь, вот сейчас тебя просто снесет здесь. Блин, даже надо в щель дырку попасть вонючую. Красавчик. Давай, Димас, я в тебя не верю. Давай, давай. Давай, давай, давай. Оп, ого, ничего себе. Сейчас тут упадешь, наверное, да? Так это знаешь, Димон, обидно, что я уже второй раз так проиграл. Да? Да. Ой, без ноги, без ноги. Прыгай, давай, давай, давай. Ох, как это. Вот это тебя вышло. Так, все, я больше пробовать не буду, сейчас буду проигрывать, все. Ты читер. Это Ярик, что ли, так научил тебя? А что ты плачешь, я вон видел, ты поплакал. Ну так нечестно! Ну как-то ускорение по-дебильному срабатывает. Ого, ты тут проходишь. Как мастер какой-то. И... давай! Мы это сделали! Блин, мне так аж была жопа пригорела чуть-чуть. Я, друзья, ну что уж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!